Вот у меня возникла идея сделать вот такую вот подставочку под телефон. Ну для чего? Чтобы его, допустим, держать, когда, допустим, пользуешься. Очень удобно этим пользоваться в том плане, что когда снимаешь что-нибудь, вот эту подставочку выгибаешь, она промагниченная, и можно, в принципе, очень хорошо держать. На одном мог практически пальчики удерживать телефон. Вот так, в принципе, он держится. У меня тяжелый телефон, большой, но, в принципе, очень удобно. То есть практически у тебя вот так вот он держится, у тебя один палец уже остается свободный, и ты можешь, в принципе, смело там руководить там записью, или, допустим, паузы, записью. То есть, в принципе, очень, очень удобно. Практически один палец у тебя вот так вот занят. Вот. Потом, что я еще хочу сказать, что очень удобна эта подставочка, где можно ее ставить во время просмотра видео. В принципе, спокойно смотреть видео. И Допустим. делать разные можно наклончики, побольше, поменьше. Вот. В принципе, крепится эта подставочка у нас очень просто на скотче. Сюда вот на таком скотче двухстороннем прилепляется на эту подставочку. В принципе, вот она так вот разлепляется, примагничивается. Все, и можно, в принципе, ходить вот так вот с ней. Вот. Вырезается заготовочка, но можно, в принципе, разные там вот эти вот трафаретики сначала вырезать, вот, потом приклеить. В принципе, это, я думаю, можно самому сделать, это несложно, и зато очень удобно. То есть подставочка такая получается. И для съемок видео очень, видите, даже я, в принципе, одним пальчиком все это могу делать. Видео нажимать кнопочки там вот по этой шкале, в принципе, смело работать. То есть да, практически одним пальчиком. Вот, то есть он, в принципе, держит, удерживает телефон большой у меня, а у кого поменьше, то там еще проще будет сделать такую подставочку. Вот. И вот если кому понравилось видео, ставьте там, присылайте мне свои видео, может, сами что-нибудь придумаете интересное. И будем взаимно приобретать опыт.